Хранитель душ. Автор сценария Глен Леопольд. Мне все это порядком надоело, Оракл. Почему этот жалкий сын Праймуса все время побеждает меня? Так компасы сокровища должны быть своими. Давным-давно, говори. Сокровища эти во благо Октопона. И слышь, Варена найти. Тогда подумай, Ганс, можешь помочь мне, Оракл. Если ты хочешь получить сокровище, тебе нужно стать Реном. Порн может добыть его тело, но все остальное зависит от тебя. Ну, я знаю, что тебе нужно, Блон. Но для того, чтобы начать свою работу, мне нужен мальчишка. Рена ты найдешь на пике Малагора. Проклять! Повсюду темная вода. Возьми резко влево, Иос. Право руля! 3000 чертей. Вы уж решите, наконец. Идлер, посмотри, можно ли пройти через пролив Малагора. Ой, с удовольствием. Нельзя пройти, Рэд, совсем нельзя пройти. Ну что же, нам не остается ничего другого, как идти другим путем. Через Джандертаун. Нет, ради этого стоит плавать. Мы туда зайдем в порт, лишь чтобы пополнить запасы провианта, Иос. А не для того, чтобы ты заходил в каждый горный дом в городе. Всего в один. В горный дом Зули. Миллер, полетели на пик Малагора. Тула, а ты направляй Иоза, а я пока попробую найти следующее сокровище. В юго-западном направлении находится следующее сокровище Рула, Нидлер. Только бы найти его, прежде чем Лот найдет нас. Уже слишком поздно, нас заметил этот поросенок Конфу. На этот раз Конг боя готов, несчастный мальчишка. Рен, я не могу лететь. Дьявол, сейчас я вытащу нас отсюда. Проклятие. Убери свой меч, юноша, потому что сетка сделана из прочной стали. Тебе некуда деваться, кроме как оказаться на борту Мальстрема. I've been expecting you. Я ждал тебя, сын Праймуса. Your piglet just got lucky. Поросенку просто повезло. А может быть, удача отвернулась от тебя, сынок? You want this, Naja dog? Тебе хочется Эна. Подойди и возьми. На этот раз мне нужно нечто больше от тебя. Для того, чтобы получить сокровище Рула. Да, сын Праймуса. Теперь ты поверяешься телами с хозяином. Начинаем. Отпустите меня. Разрази меня, гром! Получилось! Я стал Реном! Блот? Или это Рен? Или это... Убери свой трезубец! Кредит, иначе я брошу тебя к Констриктусу опять! Блот. Точно, Блот. Рен! Ты там? Нидлер. Дьявол, это какое-то наваждение. Я хочу сам взглянуть на это чудо. Подожди. Что это такое? Лишь отражением в зеркале покажет твое истинное обличье. Успокойся. Пока с помощью этого зелья я снова не поменяю вас местами, ты будешь оставаться Реном. Лот! Верни мне мое тело, мерзавец.